я перед вами сижу, типичный украинец, в пропаганде в российских СМИ, вот это вот все, фашисты, неонацисты, киевская хунта, это полный бред, вот вообще нет такого. Как настроение, господа? Отлично, только слишком мало стреляют. СМИ, вот это вот все, фашисты, неонацисты, киевская хунта, это полный бред, вот вообще не... который несет российская пропаганда про то, что у нас за русский язык притесняют, это неправда. Я живой пример. Скажи поляныця. Поляныця. Знаете, что ни один русский не может произнести поляныця. 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 Чекай, не мотай. Скажи поляныця. Поляныця. Вот, что еще сказать про русский язык? Ну, это фейк просто, это неправда. Это, то есть это... такого нет. Я иду в кинотеатре на украинском языке голливудские фильмы дублируются. Я не задумываюсь. У вас там одни нацисты-наркоманы, и вот мы подключили вас, человека, которого знают и любят миллионы россиян, чтобы вы с нами поделились правдой, что там происходит. Слава Украине! Слава! Слава! Слава нации! Слава! Это полный бред, вот вообще нет такого. Я перед вами сижу, типичный украинец. Мы все такие, мы добрая, мирная нация, открытая. Но... А вот это вот раздувание и использование вот этих вот кнопок, язык, кнопок, что не нацисты. Я вообще не могу, когда это слышу, у меня в голове не укладывается. Где они здесь их нашли? Позавчера в Киеве состоялся масштабный марш национальных дружин. Посмотрите сами, кто был, тот точно знает, тому не нужно объяснять, что здесь нет неонацистов, здесь нация очень добрых людей, которые рады всем. Также самое главное, надо, хочется сказать россиянам, учитесь отличать фейки от правды. Это очень просто. Сегодня вся информация в открытом доступе, нужно анализ провести. Правды, ну, наверное, я бы сказал, 100% неправды. А может быть, 99.9. Вот. Смерть! 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 Слава Украине! Слава! 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 Нужно доносить информацию, то есть если солдат сдается в плен в Украине, то у нас с пленными обращаются очень-очень-очень толерантно, то есть их не обижают, поэтому шанс выжить – это сдаться в плен. Скажи поляныця. Чекай, не мотай. Скажи поляныця.